Уважаемая Александра, это Путин, премьер-министр. Мне сегодня сообщили, что у вас праздник, день рождения. Я от всей души поздравляю вас и желаю крепкого здоровья, материального благополучия и семейного счастья. Пусть вокруг вас всегда будет много любимых и родных лиц. Это так важно в наше сложное время. Еще раз с праздником. До свидания. Еще раз.